лучше и на мониторе хуже того, на мониторе потом еще может быть хуже видно. На компьютере, на экране компьютера. Да. До Юпитера у нас 619 миллионов километров. Он в оппозиции был 14 июля. То бишь, когда? 7 дней назад, неделю. Можно сейчас попытаться с настройками низкой светочувствительности поснимать. Может, полос разглядим. Но явно там дымка будет нам мешать. Хорошо. У нас пока еще есть Марс. Сейчас я его сниму. И первый дубль будет завершен. Дальше я подожду тут, пока начнет светать, появится Венера. Подожди, вон Венера уже. Ой-ой-ой, двоечник, надо же. Ладно, тогда сюрприз. В этом дубле будет и Венера со Альдебараном. У нас будет целых 1, 2, 3, 4 участника парада планет, который продолжается с 4 июля. Я упорно буду называть это парадом планет, потому как натурально выстраиваются в ряд и видны все. Просто теперь это их не возглавляет шествие, их Луна, она сейчас не видна. Да, кстати, тоже в комментариях писали, исчезла Луна. Не исчезла, она просто сейчас рядом с Солнцем, и попросту не видать. Ну, в этом смысле, конечно, исчезла. Но она уже будет сейчас рождаться. Вот он, Марс. Скоро появится тонкий серпик у нас. Лунный. Видно, что частично освещен Марс Солнцем. С одной стороны, великолепное звездное небо. Просят меня тоже. Девушка какая-то в комментариях просила снять потоки метеоритные. Ну, ребята, это ультразум. Тут матрица крохотная, как на сотовом телефоне. Так что светочувствительности практически никакой. Все принесено в жертву зуму, увеличению. То есть, что такое 125 крат увеличения? Если бы у меня была матрица, то есть принимающий элемент такого размера, как старая пленка 35-миллиметровая, у меня должен был бы объектив быть 3 метра здесь длиной. А это не то, что я хочу с собой возить начально, перед работой. По харьковским окрестностям за окружной. Соответственно, уменьшаем, принимающую площадь, принимающую свет. Ну, это ровно то же самое, что пленка с кусочками этого серебра, с частичками, которая свет принимала и реагировала на этот свет. Что, накислялась, наверное? В смысле, наверное, все окисляется. Для того, чтобы передать картинку. Так, это Венера. По ходу лекции про кратность вам говорю. Да, так вот уменьшается. Она такая мутная, потому что она только из-за горизонта встала. И еще в очень плотных слоях атмосферы земной, как раз в тех, где самый смог, самая вся красота, которую мы дышим. Да, уменьшаем принимающую площадь. Свет, принимающую свет площадь, соответственно, можем кратно уменьшить и длину объектива, и диаметр линзы.
поэтому, хотя у меня когда выдвигается объектив при съемках с балкона, я все время рискую противоположным, думаю, кому-то объективом в лоб попасть. Все-таки это несколько сантиметров, десятков, а никак не тысяч или сотен. Никак не сотен, то есть объектив тут выдвигается. Но там есть видео, я снимал другим фотоаппаратом, как мы. Этот Nikon Coolpix P1000 выглядит. Это не телескоп, это фотоаппарат, а вот это Aldebaran. Снимаю я не телескопом, не при помощи телескопа, а при помощи фотоаппарата. Никаких приспособ больше нету. Просто Nikon Coolpix P1000 с его феноменальными возможностями и моими кривыми руками. И на штативе это Волбан. Все стоит. А дрожит это, когда я касаюсь руками и пытаюсь навести на резкость или втиснуть в кадр, впихнуть мне то, что не впихивается, будем так говорить. Ладушки. Значит, есть у нас это Aldebaran. Венеру сняли, Сатурн главное сняли, Юпитер сняли, Марс сняли. Сейчас наведусь на Большую Медведицу. Вот эти огоньки внизу. Вот это даже звезды Большой Медведицы. Раз звезда. Да, ну пока для вас это будет, конечно, все на темном экране, какие-то мелькания непонятных огоньков.